Расскажите, пожалуйста, что здесь происходит? Здесь происходит проект, точнее, начало серии проектов, которые будут продолжаться после окончания фестиваля, направленные на развитие современного искусства. И Виктория Тигибко, директор кинофестиваля, сказала, что она ожидает, что будут приглашать художники, скульпторы из других стран, из ближнего и дальнего зарубежья, принимать участие в этом проекте. На этой локации проходит мероприятие, которое называется «Артисты», об артистах и для артистов. Вот скульптуры, которые изображают работников кино, там звукооператор, режиссер, актриса. Ну и здесь работы молодых одесских художников. Вам нравится? Художников? Вам нравится? Да. Ясно, понятно.